На базу Миллеровского конного взвода Всевеликого войска Донского журналисты нашего времени приехали незадолго до заступления дружинников на службу. Перед тем, как по традиции присесть на дорожку, командир подразделения Петр Дмитриченко и его коллеги показали свое хлопотное хозяйство. Лава вперед! И у нас идет лава, и галерея, они заложили взрывы, и прикрыли дерном, и как бы дистанционные взрывы. И то есть в момент, когда лошади идут, они нажимают кнопку, и тут взрыв. И получается, мы с шашками вперед. И получается, она наступает на этот взрыв-пакет, мы же не увидим, где там они. А он нажимает кнопку, и ней под копытом, прям под копытом оно взрывается. Ну, как бы травмы никакой не было, но лошадь просто испугалась. Неожиданно. Она прыгает в сторону, а дружинник там, Сергей, у нас работал. От неожиданности он просто выпадает, естественно, что лук не сориентировался. И в это время, вот, когда он падает на землю, а получается, что как бы, ну, замах, шашка вылетает у него. И он лежит, говорит, я лежу на земле, и на меня, говорит, летит шашка. Я, говорит, ну все, ну буквально, говорит, полметра от меня, она... я воткнул же опять же острием, не ручкой там плашмя упала, а острием в полуметре. И, говорит, как бы были такие ощущения.